У Могильове загинул двухгодовый хлопчик. Трагедия отбылась у выходные. Малый выпал из окна на 5-м поверсе дома по улице Краснозвездной. Как это здарылося, по недогляде батьку, типа иншей причине, зараз высветляет следственный комитет. Могилевский межрайонный отдел проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе и каким образом ребенок упал с 5-го этажа квартиры своих родителей. На сегодняшнем этапе проверки установлено, что семья воспитывает 4 детей и является благополучной.